Hello and welcome back to Russian with Nastya. How are you today? Как дела? У меня замечательно. Today we're going to talk about food. The main goal of learning a language is to be able to communicate with other people. Talking is the hardest part in learning a language. This is why today we're going to talk. I will ask you to answer out loud, to give me a lot of information. Just pause this video and take your time. Before we start, make sure you're subscribed to my channel so you get notified every time I upload a new video. And let's start. Поехали! Где вы обычно завтракаете? Я обычно завтракаю дома. С кем вы завтракаете? Я завтракаю одна. Что вы обычно едите на завтрак? Обычно я ем кашу с фруктами. Что вы сегодня ели на завтрак? Сегодня я ела яичницу и бекон. Вы предпочитаете завтракать дома или в кафе? Я предпочитаю завтракать дома. Что вы обычно едите в обед? Я ем пасту с соусом или рыбу с овощами. Что вы обычно едите на ужин? Мясо или рыбу с овощами? Где вы любите ужинать? Я люблю ужинать дома или с друзьями в кафе. Утром вы пьете чай или кофе? Я пью кофе. Вы пьете кофе с сахаром или с молоком? Я пью кофе без ничего. Or я пью кофе с сахаром и с молоком. Вы любите молоко? Я очень люблю молоко. Какую кухню вы любите? Я люблю итальянскую кухню. Вы едите суп с хлебом? Нет, я ем без хлеба. Вы едите салат с хлебом? Нет, я ем салат без хлеба. Вы пьете воду с газом или без газа? Я пью воду без газа. С чем пьют чай в России? В России пьют чай с лимоном.
Вы любите пиццу? Какую? Я люблю пиццу с ветчиной, маслинами и с луком. С чем вы пьете кофе? Я пью кофе без ничего. С чем вы любите блины? Я люблю блины с икрой. Какие известные блюда есть у вас в стране? Борщ, солянка, пельмени, оливье, окрошка, блины. Какое ваше любимое блюдо? Пицца. Мое любимое блюдо – это пицца. That's all for today. I hope this video was helpful. Feel free to write all your answers in comments below. I will check them. Don't forget to connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. Спасибо за внимание. Пока!